названы три знака зодиака, которых ждет финансовая удача в июле. Астрологи утверждают, что июль будет богат на события. Несколько представителей знаков зодиака в этом месяце смогут значительно утвердить свои финансовые позиции и существенно изменить свою жизнь к лучшему. Овен. Овны особо остро почувствуют на себе влияние Меркурия. Активные представители этого знака весь месяц будут выстраивать успешную коммуникацию с людьми, что повлечет за собой новые знакомства с контрактами и предложениями. Рыбы. Повезет и рыбам. Они активно будут препятствовать всем, кто постарается сбить их с пути. Сейчас самое время расслабиться и принимать от судьбы различные интересные предложения, с которыми в жизнь представителей этих знаков зодиака придет и финансовая удача. Близнецы. Близнецов ждет небывалый успех в карьере в этом месяце. Это то самое время, когда минимум усилий приносит максимальную эффективность. Благодаря своей гибкости и умению вовремя сориентироваться, у представителей этого знака зодиака не ожидается никаких проблем, особенно денежных. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!